гимн после звонка. Ученики калужских школ ежедневно будут исполнять гимн перед занятиями. Такое решение принял губернатор области. Он уверен, цитирую, «Песня, восхваляющая и прославляющая государство в исполнении школьников перед первым или третьим уроком, повысит у учащихся чувство патриотизма». Конец цитаты. Между тем, в Министерстве образования и науки России инициативу в целом поддерживают, оговаривая, что исполнение школьниками гимна перед занятиями может носить рекомендательный характер. Подобные правила должны приниматься в каждой школе индивидуально и только по согласованию с родителями учащихся. Напомним, согласно закону, гимн исполняется в общеобразовательных организациях перед первым уроком только в день начала нового учебного года, на уроках музыки, а также во время торжественных мероприятий, посвященных праздникам.